Это человек плюется, кусается, харкается. Держим ее на расстоянии лентяйкой. Кидается на людей. Вот это вот неадекватная дама. Соседки по коммуналке коридорного типа, обитательницы бывшей пятиэтажной общаги Свердловского инструментального завода на Щерса 56, с января сна лишились из-за молоденькой жилички. Как утверждает одна из женщин, 3 дня назад девица в коридоре якобы бросилась на нее с ножом и молотком для отбивки мяса. И теперь соседки не подпускают квартирантку к себе ближе, чем длина у швабры. Сами слышали. Я пытаюсь уехать домой. Мне не ты домой. Не уедешь домой. Ты ко ты мне поедешь? Подошла, я буду здесь стоять, пока тебя не заберут. Вот. Ты еще уедешь. Ложечки. Еще ко мне подойдешь. Давай, 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 милая, давай. А после этого? Давай. По словам общинножительниц, в конце прошлого года беспокойная жиличка поселилась в квартире матери вместе с мужем или сожителем, они не в курсе. Но с тех пор за стеной нехорошей квартирки вечный шум, гам, крики, пьянки и не только. Дамы утверждают, что их буйная соседка под солями бродит голышом по коридору, пинает в чужие двери и кулаками пытается выбить стекла в подъезде и якобы постоянно норовит нарваться на скандал. Дескать, за январь они 8 раз вызывали полицейских. И в этот вторник, 25-го, женщины не выпускали девицу из коридора, пока не прибыл патрульный наряд. Зажатая в коридоре девица заявляла, что, дескать, она хотела извиниться перед жительницами, но те ее не услышали. А я перед тобой хотела говорить? Извиниться, да, была бухая. Я тебе открыла. Ты не бухая была, а подсолярная. Поддержи новости Шеремета 9.5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.